В первую очередь, мы самое главное довольны, что это наконец закончилось. Для нас это мучение, сборы, это тяжело, надо терпеть. Ну, мы свою работу выполняли, я считаю, добросовестно, отдавались на футбольном поле, на тренировках, в матчах, в играх. И я думаю, провели положительный отрезок времени. Мы много работали тактически на этих сборах, не всегда у нас все получалось, но, конечно, мы были под хорошими нагрузками, где-то понимали, что, мол, не все будет в тех играх получаться, но сейчас к вот этой последней игре мы уже подходили более или менее на свежести. И ну, вчерашний футбол, за исключением результата, ну, мне понравился. Мне понравилось, как мы играли, как мы комбинировали и в средней части, и впереди были моменты. И ну, много чего понравилось, будем так говорить. Посмотрим, дай бог, чтобы мы перенесли эту игру в чемпионат, я думаю, на все будет нормально. Я восстановился полностью, тьфу, на 100% готов. И с нетерпением жду старта чемпионата. Раньше у нас сборы длились там 2 месяца, 2,5. То сейчас у нас 2 небольших сбора, маленьких. Но в эти сборы, то есть мы должны были все включить, то, что мы за 2 месяца нарабатывали, мы должны были наработать за 2 месяца. Было тяжело, конечно, но у Владимира еще все сборы тяжелые. То есть у него легких не бывает, я думаю, все об этом знают. Поэтому, ну что нам остается? Нам остается работать, терпеть и выполнять установки тренеров. И все. То, что, я думаю, мы, с чем мы справились вполне. Приедем на первую тренировку, попадем в Ковалевку. Я думаю, вот уже это уже как предвкушение старта чемпионата. Будем целенаправленно готовиться уже к сопернику. И там, я думаю, уже будем осознанно работать над этим. Ожидания хорошего футбола и красивого. И, ну, и, конечно, хочется побеждать в каждом матче. Ну, и будем стараться доказывать и работать над этим.